Всем здорово, парни. Сегодня поиграем на таком герое, как Селить. Так, закуп у нас будет вот такой. В общем-то, сейчас поправлю микрофон, и это будет, наверное, это будет слышно. Так, все поправил. В общем-то, почему решил поиграть на этом герое? Ну, самое основное, это потому что разыгрывается на него вот эта вот штука. Розыгрыш, кстати, подходит к концу. Посмотрели. И здесь тоже посмотрели. Ну вот, оружие на селедку. Вот такая вот шняга, по-моему, Mortal. Хотел посмотреть анимацию вообще, ну и так, как она в руках у него висит. Потому как, когда я ее купил для розыгрыша, я еще ни разу не играл с ней. Ну, в принципе, по-моему, видал у других в профессиональных матчах, по-моему, такую штуку. Вот. Ну, сам ни разу с ней не играл, не видел, чё к чему, короче. Эх, ребят. Забыл. Ладно. Надеюсь, меня было более-менее слышно. Извиняюсь. Чё-то я забыл звук убавить. Так, надо сейчас прибавить чуть здесь у себя. Так, в общем-то... Если есть повод поиграть на селедке, наверное, есть повод немножко рассказать о этом герое. Ну, назовем, наверное, это гайдом. Насколько у нас получится, не знаю, но я постараюсь. Ну, насколько он получится, в том плане, что мы не фармящая селедка, мы селедка будем терпильная такая. Вот, так как мы стоим соло. Что-то. Мышки у меня там застряла, собака. У меня в мышку постоянно волосы попадают. Я не знаю, может, у кого-то тоже есть такие проблемы. Вот где этот лазер конченый, туда волос западает. И все, и она начинает тупить. Очень жестоко тупить. Я раньше играл... Ну, мышка лежала на обычном столе. Без каких-либо ковриков там и так далее. Ну, в принципе, так-то водилось нормально, что с ковриком, что без коврика. Но постоянно какая-то пыль, грязь, волосы, всякая херня постоянно туда залетает. И... Почему я стою в тучке? Да потому что я очень жадный, блядь. Я очень жадный. На самом деле, блядь, ну пиздец, что с мышкой нахуй. Дуй в микрофон. Вообще шикарно. Алхимик дебил. А нет, он не дебил. Ладно, надо отойти. Я надеюсь, мана у него не бесконечная. Ну, нам это плюс. Так или иначе, мы все равно этих крипов встретим здесь у себя. Наверное, расскажу немножко о герое. Давайте... Про способности сначала, что ли. Блять. Что-то я вообще из этой пачки добил двух крипов. Да, добил двух крипов. Это очень плохо, ну. В общем-то, давайте, наверное, не про способности. Расскажу вообще, как собирается данный персонаж. Сразу же... Надо определиться, что-то у меня мышка прям реально как-то странно. Тварь. Надо определиться с тем, что вы будете изначально тарить. На что у вас есть деньги, так скажем. Если вы стоите и у вас все хорошо по фарму, вас особо не напрягает, то сразу же покупайте блинк. Точнее, фармите на блинк, ну и покупайте, соответственно, его. Вот, если у вас все тяжело, то покупайте сначала там ПТ-шечку. Еще дурачок, алхимик, блядь. Смотри, что они делают. Тучка бесконечная, по-моему, да, у него, ребят? Что-то она прям вообще не пропадает. Ну вот, как бы...
Я и говорю, что не знаю, насколько хорошо получится отыграть на селедке, так как мы особо будем без какого-либо фарма. Я не понимаю, откуда у него столько маны? Сколько стоит эта хуйня? 130, а то и больше, если она у него прокачана. Она у него прокачана 100%. Он по КД кидает прям постоянно. Да, ну здесь я не знаю. В идеале просто надо вынести блинк, чтобы нормально на селедке что-то делать. Но здесь я боюсь, что сейчас я не смогу этого сделать. Да. Еще луна стоит, лес. Пиздец какой-то. Да ладно. Ладно, парни. В принципе. Что получится, то получится. Я имею в виду из этой игры. Если не буду убивать, то извините. Видите, какая суровая участь нас ждала. ПТшечка есть сейчас. Блять. Ну и сейчас. Мы получим 6 левел, в принципе. Алхимика начнем более-менее гонять. У меня мышка реально дергается, ребят. Не знаю, что за херня. Вроде там ничего нельзя. Нет, не застряла она. Видите, как боится нас? Пес. Боится. Ну, алхимик вначале, конечно, это мясо. Так, что там? Рубик бегает. Рюбик. Нет. Ебать, их тут трое, трое нахуй, вы поняли? Трое, блядь, уже сидят. Охуеть. А, нет, стоп, трое, это мне Рубик давал. Блять, я думал, там Сэп за них играет, Сэп за нас. Ладно, так. В принципе, идем обратно на линию, пытаться нафармить блинк. Бегать с командой не вижу смысла, так как команда у меня что-то какая-то такая себе. Сука, я... Эту тварь, блядь. 5-го левела ее можно убивать. Вы видали, какое замедление, блин? Пиздец, какое замедление, я хуею. Идем на базу. Идем на базу. Нам надо срочно блинк. Я не знаю, где его выформить. Типа против пугны стоять селедка, и вы поняли, что это нереально. Она заебет. Отпиздить Рубика. Не могу ничего без блинка вообще абсолютно.
А, ну эта мразь еще и фидит. Ну, в принципе, это... Ну, я сдох. Ладно, я буду, наверное, бегать с командой, потому что... Ну, эта мразь фидит, а пытаться выфермить, теперь фармить противника, которого фидит, это забей, это тупость. Я сейчас пытаюсь здесь пофармить, пока сюда не придут, и отсюда уйду. При том, что там алхимик фармит. Ну, алхимика я не знаю, мы чем будем забирать. У меня ни блинка нету, нихуя. Там просто пиздец уже у Рубика, охуеть. Этой мрази киньте репорт, я кинул, пусть в следующие игры ВЛ поиграет. Братишка. Даже не знаю, что сказать, ребят. Все так печально, что хуй знает. Хотел нормально поиграть зайти, но видите. Я, понимаете, я не могу ливнуть-то. Если я ливну, мне ЛП дадут, а ему нет. Охуенно. Охуенно. Нормально. Я отойду отсюда, потому что у меня скоро дагер, и я не хочу проебывать деньги. Они уже туда идут. Ну, химик что-то... Ахтарин, что ли, собирает бомж ебаный.
Ой, не знаю, ребят, чем закончится игра. Я постараюсь что-нибудь сделать, но вы, блядь, сами видите. Ну а герою все равно расскажу, в общем-то, что на него собирать, в принципе, по поводу блинка я сказал. В данной ситуации мне пришлось собирать ПТ-шек, чтобы как-то более-менее... Чё, спиздил ульту? Ебать, бомжи, ты понял нахуй? Сейчас меня ёбнут. Они меня ёбнут сейчас. Пизда мне. Я просто ебал в рот этого бомжа. Просто ебал в рот. Ту мразь. Сэф хорош. Ай, блядь. Что еще могу сказать? Что на него собирать? Никогда не собирайте на него артефакты на дэмэдж. По крайней мере в начале, так как дэмэджа у него в начале очень много за счет ультимейта. Собирайтесь в плотность, в мобильность, то есть это блинк, вангвард какой-нибудь, можете собрать вместо вангварда армлет, как вариант, ну что хотите. Вот. Далее я обычно собираю БКБ, кирасу, ну а там уже что угодно. Вот. В принципе, по закупу все, но ну, и тоже не советую собирать на него какие-нибудь медасы. То есть не уходить фарм на этом герое. На этом герое нельзя фармить, запомните. Вы, если думаете, что вы нафармите на нем 6 слотов и выиграете, вы ошибаетесь. Селедка сильный герой, 1 на 1 даже в лейте, но в 5 на 5 замесах она такая себе. Пиздец, Рубик какой-то школьник играет. Блять, меня дота лагает нахуй. Так, ладно, будем пытаться найти кого-нибудь. Вот этого пидора ёбнуть надо. Стрик сорвать. Ну его пугна там охраняет. Я уверен, что там кто-то... Сука, сидит, блять. За этим чуханом. Угу, ВРК. Охуеть, она связала, ну просто иди нахуй, мры. Чё, не бьёшь-то, блядь? Сэф, ну сука, стрик мог и мне отдать нахуй. Иди нахуй, ёбок. Пришел, блядь, застилить его. Охуеть, ты умник такой, блядь. Вот, не советую на нем фармить, так как все-таки это не тот герой, на котором нужно это делать. Это типа, ну типа кэрри, но типа на 60-й минуте с 6 слотами селедка за месси 5 на 5 против 6 слотов, не знаю, того же антимага, вайда, не знаю, любого другого кора хорошего, она будет куда слабее в за месси 5 на 5. То есть пользы меньше принесет команде, чем другой кор хороший. Вот. Один на один выйдет с любым. С 6 слотами там. Против того же антимага, против угодно. Не говорю, что обязательно выиграет, но выйдет. Подерется. Я не знаю, что куда идти, что делать, блядь. Там за спиной 10 человек стоят просто. Пиздец, блядь. Да, бомжи, блядь.
Ебать, связала. Пиздец, все у меня нахуй дали. А команда есть у нас, блядь? Алло, они просто все мертвые, нахуй. Просто все мертвые. Суицид, Рубик, охуенно. Сларк, уебище конченый, просто конченый, нахуй. Просто такие куски дерьма играют, я не знаю, ребят, ну это пиздец. Просто такие ебаные куски дерьма. 1СФ, блядь, 5-5, нормально. Все, остальные вообще ничего не могут, прям вообще, нахуй, ну вообще. Дядь, что такое быстро? Ты куда нахуй? Дичь ебаная. Это у меня так дядька говорит. Так, ладно, пойдем хиляться. Чего еще про героя рассказать? Ребят, герой сильный, сразу могу сказать. Надо правильно на нем играть. То есть, чтобы правильно на нем играть, надо правильно собираться. На героя нельзя фармить. На героя надо убивать. Герой может это делать вначале. Получая тот же блинк ВГ, вы уже сильны. У вас много урона с руки за счет ульты, у вас мобильность хорошая за счет первого и блинка. Ну и, соответственно, есть танчик, баши, в принципе, все то, что нужно для того, чтобы убивать. Ну, сейчас на них, конечно же, я не полезу, так как там уже 10 человек сзади стоят. Ну вот, видите, они все опять... Здесь надо собирать БКБ, иначе без БКБ никак. Сейчас попробую перехватить. Я не знаю, я боюсь сейчас опять. Я надеюсь, он здесь пошел. Пиздец, нахуй. Залетела баночка. Бля, я не знаю, как тут с СФом выигрывать. Я не знаю, блядь. Пиздец. Ну, они тупо в пятером ходят. Ну, шваль леса фармит. Я хуй здесь. Здесь надо тупо сплитить. Драться с ними сейчас просто нереально. Без БКБ, с СФом вдвоем, потому что остальные два бомжа вообще никакие. Мы просто сейчас нафидим, и игра закончится. Угадайте, куда они пошли? Я знаю, куда они пошли. За счет мобильности мы можем просто от них бегать с линии на линию. То есть мы можем сплитить, перетягивать их. И побежали, побежали. Оп, хорош. Пиздец, нахуй, такой бомж играет. Мы сейчас тупо будем бегать, пусть бегают за нами, я ебал. Я пока БКБ не нафармлю, здесь тупо делать вообще нечего. Блять, не добил еще.
Ну что, за мной бегут, что ли? Что-то в лесу затаились там, блядь. Сидец, такие демоны. Охуеть. Что я вообще не добиваю никого. Иди нахуй, дичь голёмая. Пиздец. Школьники, я не знаю, блядь, блядь, они думают, что они самые умные, как будто я не понимаю, нахуй, куда они пошли. Хотя бы смог купили, бля, я не знаю, нахуй. Ну что, будут смока? Или они ТП-шку сделали на тавер? Ага, бегут. Бегут! Бегуть! Ребятки, бегуть! Кстати, если бы я еще чуть промедлил, я бы, блядь, мог пизды получить. Так как на эту башню уже кто-то ТП-шился. Больно долго я тут. Так, ну чё, у нас 2000. Не густо, но... Хотя бы как-то. Ты дичь. С аганимом? Да, с аганимом. Нет смысла на нее прыгать. Ну ничего, ничего. Хуесосина. Скоро... Ты закончишься, блядь. Если я нафармлю БКБ, тому времени мы не проебем, то ты, блядь, хуйца соснешь. Так, надо примерно видеть, куда они побежали. Примерно вижу, куда они побежали. Мы направляемся вот сюда. Или стоп. Да, да, да. Не стоит там драться ни с кем. Пусть бегают. У них алхимик с ними особо не бегает. Он где-то то ли фармит, то ли что, не понимает. Да даже пусть алхимик бегает. Пусть бегает. Главное, чтобы он не фармил. А я за счет мобильности я фармлю. Блять, правда хуёво, но фармлю. Ай, хуёво. Не знаю, на их месте я бы уже рошу забрал. Блять, что-нибудь. Я уверен, что они же при ТП-шили стоят в лесу просто. Иди нахуй, школьники, блять. Сука. Я боюсь их. Смотрите, смотрите, я, блядь, прям фу, Рубик, ты опасный, блядь. Всё. Не-не-не, они здесь все. Ты чё, они бегают за мной, чё, не видишь? Блядь, как не добил. Блядь, это тварь ебаная. Шла нахуй, мразь. В кустах, блядь, там стоит. Ебать, они меня высосали. Но я закупился. Я закупился. Да, не надо было там оставаться, надо было уходить. Я уже хотел уходить на самом деле, но хотел повесить на него ульту, потому что он в кустах сидел. И уходить. Ну, блять. Рубик сразу же подбежал быстро. М-м-м.
Сеф уже есть БКБ, я не знаю, где он нафармил его. Пиздец, там догоны, хуёны. Просто миллиард всякой хуйни. Пойду пытаться дофармить БКБ. Перетяну хотя бы маленько с базы этих пидоров. Не понимаю, зачем драться? СФ, блядь. Че у него там? Ебать, он бомж, нахуй. А где он был, блядь? Почему у него нет фарма? Ну естественно, блядь, естественно, нахуй. Естественно, пидоры, блядь. Угу. Ну хотя бы с базы я их немножко оторвал. Я не знаю, блядь, надо нафармить БКБ, это пиздец. У них просто с руки не бьет никто. У них с руки не бьет вообще никто. У них тупо магия. Надо всем БКБ, и мы закончим. У них вообще никто с руки не бьет. Не знаю, что там у инвокера, может только инвокер. Да нет, у него тоже там, блядь, хуйня всякая. Го подеремся, сэф. Охуенно. Ну это минус сторона. Типа заебись. Ладно, пойду. Сэф без ТП. Проебал сторону. Ну, походу, до БКБ я здесь не доживу. Потому что что-то пиздец. БКБ. Ну, теперь можно попытаться подраться. Так, сейчас подождите-ка. Не нужно показывать, что у нас БКБ.
Я жду СФ, один я ничего не сделаю, это понятно. Надо первого Рубика убить, у него хекс, он заебет, пида. Я думал, они ушли. Пиздец, они наглые, их вообще можно убивать. Сэф, сэф! Я понял, сэф. Не, Рубик просто охуел. Он просто охуел. А что меня замедлило? Простите, пожалуйста. Ну вы сами все видели, да, он отдал ульту. Это пиздец, я не знаю, это не Рубик жесткий, это просто какие-то хуйсосы за меня конченые. Просто кончелыги, блядь, играют нахуй. Я не знаю, ребят, как здесь выиграть. Извините, но это пиздец. Здесь даже нахуй с 8000 ММРами хуй вытащишь. Тут ну просто нереально, блядь. Один фидит, второй нахуй, я хуй знает. Но это даже, блядь, вот он не фидит, вот этот пидор, но от него вообще помощи нет. Ну, толку от него, то что он есть, что нет, блядь. Это пиздец. Просто я ебал в рот. Это говно. Чё он там делал, блядь? Я вообще не знаю, ребят. Я чё-то не понимаю в доте, может быть. Может, я что-то изменилось, блядь. Я хуй знает. Ну, сука, это пиздец. Чё, погнали? Сука, это такие бомжи. Ну поехали, сэф, сейчас закончим, да и все. Слышь, чё? Сэф! Нажал БКБ, прикиньте, БКБ-то не нажалось, блядь. Я нажал БКБ, оно не нажалось. Все нахуй. Пидораска. Конченая мразь. Все, я зарепортил. Этих бомжей школьников тоже умут. Все. Просто я ебал в рот.